Карабин типа Пикассо, булавка. Служит для соединения линя на катушке с рабочим линем. Бывает трех размеров, маленький, средний и большой. Наибольшее распространение получил средний размер. При выборе карабина следует обратить внимание на проволоку, из которой он изготовлен. Она должна быть жесткой, пружинной. Применяются данные карабины для удобства при снятии рыбы, пробитой вдоль ее тела и пересадки на кукан. Можно продеть гарпуном в ту же дырку, а можно посадить рыбу предварительно на кукан и просто отстегнуть карабин. Сначала садим рыбу на кукан, потом просто уже отстегнули карабин и все. При попадании в корягу иногда проще продеть стрелу на другую сторону коряги. И потом тоже проще просто отстегнуть карабин. Диаметр петельки на рабочем лине должен быть таким, чтобы только прошел карабин и все. Если диаметр будет слишком большим, то при борьбе с крупной рыбой может быть вот такой вот самопроизвольный сход, что было уже на личном опыте при 70-80 килограммовых сомах. Поэтому делаем вот петельку небольшую, максимум, чтобы вот пролазил. Можно продеть ее в термоусадку, вот эту петельку, потом прошить, особенно касается кевларового линя. Либо же можно использовать беседочный узел. Вяжется он достаточно просто. Буквально затяжная петля. И продеваем веревочку, и продеваем конец, и все. Ну вот, затяжная петля, самозатяжная. Продеваем конец веревки, растягиваем. Все. Узел готов. Лишнее обрезаем и обжигаем. Единственное, что петелька получилась большой, делаем маленькую.